А кто занимается написанием текста песен? Виталий Курс. Написанием текста песен занимаемся мы с Алексеем. Угу. Вот как бы. Как спросили, ну, так и ответили. Вот. Следующие два вопроса я бы, с вашего позволения, объединил в один. Вот. Для меня это тема тонкого льда всегда. Вот. Возможно, когда-то отвечали на этот вопрос, но все-таки спрошу. Год назад наткнулся на группу «Дыхание пустоты». Uh-huh. И вроде бы это была ваша группа. А из-за чего произошел ребрендинг? Спрашивает Данилок Чернышов. Или Чернышев. Ну, Чернышов, скорее всего. Да, извините, если я неправильно как бы произношу фамилию. Сразу еще до этого принес извинения. И сразу хочу следующий вопрос зачитать. Вопрос про старый проект. Знаю, не особо любите его упоминания, но все же. Уже был анонсирован второй альбом «Дыхание пустоты» до того, как группы не стало. Но по-любому были какие-то наработки, планируете ли использовать их в дальнейшем творчестве, а может уже использовали, так как тематика местами довольно схожая. Это спрашивают и Артур Фот, я так понимаю, и Саша Карачон. А, с вашего позволения, ребят, я, наверное, начну, а вы добавите, если вы не против, конечно. А, нам очень не нравится тема дыхания пустоты. Почему? Потому что все-таки хочется заниматься тем, чем мы занимаемся, а не смотреть в прошлое. Это, наверное, такой основной и главный тезис, который мы преследуем, и когда мы говорим, что нам вот, мы не хотим про это говорить. Это, вот, наверное, первое. А теперь, наверное, второе. Проект «Гаснет свет». Именно про музыкальный проект «Гаснет свет». Группе «Дыхание пустоты» не имеет никакого отношения от слова совсем. То, что в нашем музыкальном проекте есть три человека, которые составляют костяк, и они когда-то играли в группе «Дыхание пустоты», не говорит о том, что это какой-то проект-правопреемник, я не знаю, ребрендинг, не дай бог, извините, или еще что-то. Это последствия Битлз. Да, или там, я не знаю, да, там сольные альбомы, не знаю, Мика Джаггера, да, там это тоже Rolling Stones, это вот как бы из этой же серии. Мы абсолютно вот творчески этот проект «Дыханию пустоты» не имеет никакого отношения. Вот. «Гаснет свет» — это вот собрались три человека и начали делать музыку так, как они ее видят. И я, наверное, еще вот скажу про вот то, что ребята спросили по поводу второго альбома «Дыхание пустоты». Я выражу исключительно сейчас свое мнение, а ребята выразят свое, обязательно меня дополнят. Смотрите, вот это для меня некая такая магия группы «Гаснет свет» состоит в том, что есть два человека. Одни основные авторы — это я и Лёша. Мы пишем музыку, мы люди абсолютно разные. У нас вот на столкновении вот этих вот разностей рождаются те композиции, которые вам нравятся, которые вы слушаете. Это очень здорово. К второму альбому «Гаснет свет», например, я не имел никакого отношения. «Дыхание пустоты». Да, прошу прощения, я уже заговорился. Да, к второму альбому «Дыхание пустоты» я не имел никакого отношения. Я к тому моменту в группе уже не участвовал. Там другой композитор основного материала. Да, там, я насколько понимаю, Леша, там есть и какие-то в соавторстве твои треки. Но вот, да, но вот смотрите, ребят, я могу только со своей какой-то колокольни, да, на это посмотреть и сказать, вот, что тогда предлагается, что мы вот внезапно берем наследие группы «Дыхание пустоты», и там, не знаю, Леша и Денис мне такие говорят: «Серег, иди покури тут в сторонке, у нас вот есть вот сколько-то песен написанных, мы сейчас их тут это, трынь-дрынь тут добавим, ты, может, где-то там что-нибудь споешь и так далее, но это будет «Не гаснет свет». Самое главное, потому что там другие композиторы, другие подходы, все другое. Тексты другие. Тексты другие, да. Текстовики. Вот, поэтому вот очень как бы прошу, умоляю, вот давайте мы последний раз поговорим сейчас про, там, не знаю, тень группы «Дыхание пустоты» и поставим над этим точку. Это вот мое такое мнение. Леш. Друзья, смотрите, прошло с момента моего ухода из коллектива, прошло уже практически... Ну, уже прошло 7 лет. Да. Прошло уже, ну, еще не прошло, да, в мае исполнится 7 лет проекту «Гаснет свет».
Вопрос этот звучит, и, честно говоря, я уверен, что если когда-то «Гаснет свет» запишет четвертый альбом, да, на подобном подкасте, подобный вопрос абсолютно точно еще раз прозвучит. Но мы не будем на него отвечать. Да мы готовы даже ответить на него, но все здесь, в принципе, будет совершенно предсказуемо. Да, действительно, второй альбом «Дыхание пустоты» действительно существовал. Он существует у всех участников в формате проекта, в формате аудиозаписи. Он был достаточно хорошим уровне записи, ну, в именно этапе, да, то есть там оставалось не так много. Материал оттуда мы не брали, и пока оснований брать этот материал нет, по-моему, никаких. У нас очень много собственных наработок. Более того, скажу, что огромное количество наработок, которое не вошло в наш альбом «Симфония Витиорум», текущий, вот, который мы отложили еще дальше, вот, и есть еще над чем работать, работать и работать именно вот в том, не знаю, там, творческом тандеме, да, там, в твоем каком-то творческом ключе, в котором мы работаем непосредственно в проекте «Гаснет свет». Вот смотрите, друзья, когда Сергей и мы встретились дистанционно, да, мы встретились с тобой реально в декабре 2021 года. Мы с тобой встретились, по-моему, встретились. И решили посмотреть, а что у нас есть, да, какие у нас есть наработки, какие у нас есть с тобой заготовки вообще под новый релиз. Мы с тобой прослушали песен 35. Да, да. Если не больше. Неловкий вопрос. А нам нужно еще? Понимаете, если бы наш проект испытывал какую-то нехватку собственного материала, если бы он, ну, страдал творческой импотенцией, да, вопросов нет, можно действительно подумать. Но мы сочиняем, мы пишем, пишем очень много, и как вы могли послушать на этом релизе, пишем, ну, тьфу-тьфу-тьфу, вроде неплохо. Ну и смотрите, мы не страдаем вот этим каким-то незакрытым гештальтом, самое важное. Вот у меня никакого гештальта перед группой «Дыхание пустоты» нет. Я думаю, что у Лёши такого гештальта тоже нет. У Дениса, думаю, такого гештальта вот незакрытого тоже нет. Ну, в крайнем случае, как бы не хочется там никуда заходить и ни за кого думать. Если бы ребята из «Дыхания пустоты» в свое время хотели бы выпустить этот альбом, они бы там, не знаю, нашли бы какие-то силы, вокалистов, там, не знаю, еще кого-нибудь, его бы выпустили. Почему так произошло? Мы не знаем, все здесь присутствующие, и знать, если честно, не очень хочется. Вот, самое важное, да, что это действительно очень интересная для нас веха в нашей какой-то музыкальной истории, в истории нашего музыкального развития. Слава Богу, в хорошем смысле, эта веха пройдена. Мы всем благодарны, как бы стараемся говорить только хорошие слова. Давайте вот как это прошлое оставим в прошлом. Цитируем сами себя, да? Да. Слушайте, давайте просто, да, действительно переворачивать страничку. Пожелаем всем ребятам, которые так или иначе были вовлечены в проект «Дыхание пустоты», просто удачи. Крепкого здоровья. У них, у некоторых сейчас свои собственные музыкальные проекты. Я искренне желаю им достичь успехов, новых песен, креативных решений, концертов классных. Некоторые ушли от творчества, да, некоторые утонули в работе, некоторые сейчас воспитывают маленьких детишек. Всем счастья, здоровья и все. Ура! Да. Надеюсь, мы емко, более чем, ответили на эти вопросы. Давайте дальше. Возможно, на этот вопрос вы уже отвечали, но как вы познакомились и как решили делать группу? Что для вас главное в вашем творчестве? Почему было решено не выступать? Алексей Кочетков спрашивает. Я с вашим творчеством знаком не так давно. Это следующий вопрос, но я так понимаю, что такой очень похожий. Поэтому мало что знаю. Вы чисто студийный проект или что-то исполняете в концертном варианте? Елена Логинова. И давайте еще лакернем третьим вопросом по схожей тематике. Планируете ли вы выступать хотя бы иногда с концертами? Спрашивает Артур Фот. Давай начнем с первого. Как мы познакомились и как начали делать группу? Денис Леонидович, скажи, пожалуйста, а когда мы с тобой познакомились? По-моему, это было где-то 32 года назад, когда я мелким 7-летним шкетом пришел к вам домой. Здрасте, а это я. Да, Сережа, мы познакомились немножко попозже. Я на самом деле, если честно, не помню, в каком году познакомились, потому что кажется, что вся жизнь прошла. Мы познакомились в 2007 году, да, в конце 2007 года. Мы с тобой встретились на репетиции очень давно существовавшего коллектива. Вот, это, кстати, интересная история. Давайте я расскажу. Я это вот год я не помню, но я это помню как вчера.
А у нас, я играл в одном коллективе, Леша играл в другом коллективе, и это была такая совместная репетиция а-ля джемсейшн, назовем это так. Мы играли всякие стебные, веселые, не нагруженные какой-то когнитивной нагрузкой треки, просто для души. И получилось так удивительно, на самом деле, что самыми пунктуальными людьми оказались я и Леша. Потому что какой... были в этот момент незнакомы. Да, мы были абсолютно незнакомы, и нам пришлось провести какую-то... По-моему, очень большое количество времени, потому что все опаздывали. Да, ждали третьего. Да, что мы вот просто оказались два незнакомых человека на студии, познакомились, и кто бы мог подумать, на самом деле, да, что мы столько лет будем общаться и заниматься каким-то совместным творчеством. Потом у нас были совместные музыкальные проекты, и я хочу сказать, что там тот же проект «Дыхание пустоты» это был не первый наш совместный с ним музыкальный проект. Вот, поэтому страшно, люди, мне кажется, столько не живут. Вот, а как решили делать группу, слушайте, я даже не могу, наверное, сказать вот этот какой-то отсечку, как мы решили делать группу. Я могу только сказать вот про «Гаснет свет» проект, как мы решили делать. Вот, наверное, вопрос все-таки про это. Очень просто. У нас с Лешей было, как синхронно и не сговариваясь, огромное количество нереализованных музыкальных амбиций. Вот, я к тому моменту достаточно долго нигде не играл, потому что, собственно, «Дыхание пустоты» я покинул. Вот, Леша, вот, можно сказать, недавно покинул «Дыхание пустоты», и у него тоже было достаточно большое количество песен, которые как бы в этой группе, я не знаю, просто ну, не использовались, давайте такой термин, скажем так. Ну, или могли бы быть использовались, но когда-то потом, неважно, не могу как бы утверждать за все это. Мы встретились, как бы поняли, что вот есть много в хорошем смысле амбиций, есть много идей, почему бы не попробовать? И попробуем до сих пор. Да. Потом позвонили мне и сказали, будешь басистом? Да. Я говорю, а что делать-то надо будет? На басу играть. Я такой, о, какой кошмар. Ну ладно, говорю. Вот, а теперь вот, Леш, если есть что дополнить, дополни и, конечно, прокомментируй про концерты. Это основной вопрос. А, переложил, смотри, ловкий. Я так это могу сказать, что все исполнители одновременно на сцену не вмещаются, некоторые падают. Ну, падай, так пум в зал, там тот с роялем повернулся, там с арфой там посыпались. Ну, а ребята, если... это просто физически невозможно, потому что Леша, например, он чистый вокалист, Сергей у нас и вокалист, и клавишник, я на басе. Как вы себе это представляете? Это вокально-инструментальный самодеятельный ансамбль выступает сегодня. Да. У нас нет, даже из метровой. Нет, я могу еще, понимаешь, я могу еще вот тут клавиши поставить, тут гитару еще повесить, одной рукой. И губной гармошкой. Да, и губной гармошкой, да, но только вместо губной гармошки у меня козу. Вот, да, поэтому... Сергей, кстати, активно усваивает гитару. Да, вот. И вопрос... В таком возрасте я прям восхищен его. В таком возрасте, после микроинсульта, говорит, еще что-то осваивает новое. Да, я восхищен его. Да, тоже. Наверное, главный момент еще в чем, знаете, что здесь вопрос, есть же определенный запрос со стороны слушателей всегда. Ну. И вот представьте, да, если мы приходим, даже вот в составе три пенсионера, что называется, и скажем, а теперь, вы знаете, вот сейчас 90% всего будет через порт-студию идти у нас на концерте, а три пенсионера тут будут там кривляться, один из них только сможет потрясти волосами. Да-да-да. Вот, я могу, наверное, усами потрясти как-то. А вот. Я ничем уже потрясти не смогу. А ты можешь потрясти только своим интеллектом. Вот, как бы раз это. И, ну, скажите честно, да, там многие захотят на это все смотреть. Это нужно собирать какой-то более-менее нормальный состав. Нужно репетировать. Нужно, опять-таки, там, делать аранжировки под какие-то концертные версии. Это же тоже большой достаточно труд. И поймите, для многих, опять-таки, это вот как... Леш, проводя твою аналогию, как ты сказал, там для многих написать песню, это вот как, да, щелкнуть пальцами. Кстати, многие щелкать пальцами-то не умеют. Угу. Вот, это тоже вот надо, да, надо научиться. Вот, и что же, видишь, осваиваю. Давайте следующий вопрос. С недавних пор слушаю вашу музыку, очень нравится. А откуда такое название группы появилось? Илья Пост спрашивает. Леш, мне кажется, ты уже отвечал один раз на этот вопрос. Слушай, да. Мы по традиции очень долго придумывали название для нашего проекта. Как вот
Очень тяжело, прям настолько тяжело, что мы какое-то время, по-моему, даже, наверное, чуть ли не год существовали без названия. Да, проект делался. Может, чуть меньше, но тем не менее, вот для плюс-минус, нас да. само название это несколько, ну, чуть больше, нежели просто какое-то там яркое слово, какая-то яркая фраза. Мы очень перебрали, ну, добрых несколько сотен вариантов. А какое смысловое значение вкладывать в понятие «гаснет свет»? Здесь я думаю, что каждый найдет сам для себя. Лично для меня, по крайней мере, понятие «гаснет свет» во многом отражало те определенные моменты в нашей жизни, когда все складывается против человека, когда свет в его жизни действительно начинает гаснуть, и искать какие-то пути выхода из сложившейся ситуации крайне сложно, человек начинает ломаться в условиях каких-то тяжелых жизненных ситуаций, и гаснет свет — это вот что-то такое мрачное, что-то такое грустное и печальное. Мы вот сейчас как раз в рамках наших видеодневников пытались найти некую панацею, да, найти какое-то решение, каким образом выходить из тех ситуаций, когда вы сталкиваетесь с обстоятельствами непреодолимой силы, которые пытаются вас там сломать, задушить и так далее. По-моему, мы получили такой вообще сумасшедший набор советов, что было просто очень классно и прикольно. Но название такое нестандартное, да, скажем, потому что у нас почему-то привыкли все называться одним словом. Не будем называть другие группы, да, которые называются одним Давайте, словом. Да, не будем какие-то отсылки. Да, примеры приводить. Но название из двух слов, одно из которых глагол, ну, это что-то уже такое нестандартное. Окей, давайте к следующему вопросу. Уже поняли, что давайте каждый найдет что-то свое. Следующий вопрос, скорее всего, быстро ответим. Альбом «Intenebris» записан в более слабом качестве, чем два следующих, или мне показалось? Если да, то планируете ли переиздание, спрашивает Артур Фот. Исходный вопрос. Планируете ли переосмысление и переиздание старого материала, спрашивает Людмила Куликова. Я думаю, что на эти вопросы мы уже ответили. Вот. Будем заниматься чем-то новым, в приоритете. Вот. Может быть, когда-нибудь что-нибудь переосмыслим. Вот. И опять-таки, да, там на любой материал нужно смотреть не из глаз все-таки современности, да, там, а того времени, ну, когда он создавался. Когда он создавался, абсолютно верно. Так, никто из приглашенных гостей не спрашивал разрешения исполнить вашу песню на концерт своей группы. Допустим, песню «Падению» исполнила бы группа «Эпидемия», спрашивает Саша Карачун. И такой же вопрос. Также вопрос о гостях. Могут ли они на своих концертах исполнять ваши песни? Елена Логинова. Ой, классный вопрос. Вспомни на секундочку видеодневник нашего замечательного певца из группы «Катарсис». Да, Олег Жиляков. Олег Жиляков шикарно произнес фразу в конце этого видеодневника, на которую почему-то немногие обратили внимание. Или не дослушали. Или не дослушали, да. В конце он произносит что-то похожее, что «ребята, мы споем вместе с вами еще эту песню не раз на концертах». Ну, а теперь, как это, отвечая на вопрос по существу. Мы всегда за, ну, то есть основной момент в том, что если к нам обратятся какие-нибудь ребята, там, не знаю, со старых ли альбомов, с симфонии или, да, и скажут, что я хочу исполнять эту песню, вот, окей, мы точно не будем против, главное с нами это согласуйте, да, как с авторами, и проблем никаких нету, ничего не будем требовать, я не знаю, там, не знаю, денег никаких не будем требовать, это как бы не надо, если действительно трек нравится, почему бы нет, вот, по-моему, просто пока таких вот запросов к нам не поступало. Насколько я, во всяком случае, знаю, но просто менеджментом у нас в большей степени занимается Леша. Запросов не поступало, но в целом, на мой взгляд, мы будем только за. Почему не запускаете краудфандинг, чтобы слушатели могли поддержать рублем, так сказать? Приглашение таких вокалистов и запись требуют расходов, да и музыка у вас действительно на уровне лучших представителей Power of RF, пишет Артур Фот. Спасибо, Артур. Артур, спасибо. Опять-таки, неоднократно отвечали на этот вопрос. Справляемся сами, финансируем все сами, спонсоров у нас нет. Почему так происходит? Даже, кстати, когда нам предлагают какие-то финансово нам помочь, мы отказываемся. Ответ очень простой. Почему мы так поступаем? Мы делаем музыку в первую очередь для себя, чтобы она нам нравилась. Мы не хотим, не дай бог, чтобы там кто-то нам сказал, я ждал от вас там что-то такое, а получил что-то вот такое. Просто от греха, скажем так. Вот мы пока, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, справляемся, планируем справляться дальше. Вот, если что-то изменится, сообщим. И кредит вроде не брали. Да, и кредитов не берем. Работаем без выходных. Вот, давайте следующий вопрос. Планируете ли вы как-то раскрутить свой проект?
музыка очень качественный, потенциал стать более известными явно высок. Денис закашлялся, спрашивает Артур Фот опять-таки. Я не понимаю, что на самом деле такое раскрутить. Вот, как уже сказали в самом начале, у нас занимается интернет-продвижением, скажем так, Алексей активно. Он там занимается нашими социальными сетями. Что такое раскрутить, я лично не знаю. И не знаю никакой таблетки вот этого успеха, как быть раскрученным, я не знаю, без продюсеров, без всего, не продавая душу дьяволу, вот, и не вливая туда миллионы миллиардов. Вот у меня нету какой-то таблетки. Слава богу, что там вот находятся люди, которые нас находят, извините за тавтологию. Мы очень часто на самом деле говорим, и я, наверное, повторюсь еще раз, а ребята меня дополнят. Ребята, лучшими раскручивальщиками может жить и быть только вы. Да. Вот, почему? Потому что вы можете делать там лайки, репосты, оставлять комментарии, делиться нашей музыкой с друзьями. Это лучшее, что вы можете сделать для нас. Это вот как к вопросу о том, что кто-то хочет помочь рублем, помогите не рублем, помогите нам каким-то действием. Уникальная история, правда? Группа говорит, да не давайте, не несите нам деньги, а нам деньги не нужны. Да. Сделайте, помогите нам какой-то своей активностью. Очень здорово, вот, например, что вы нам написали огромное количество вопросов, но при всем при этом, да, когда мы с Лешей вот натыкаемся на комментариев, я натыкаюсь на эти комментарии через Лешу, потому что Леша мне их присылает, естественно, да, я их читаю, когда что, какая вольная цитата, а то сейчас скажет, что он сейчас сам себя нахваливает, смотрите на него, какая классная группа, а про нее никто не знает. Вот, ребят, ну, как бы, вот, помогите нам. Вот, не надо материальной помощи, помогите нам вот продвижением. Я, наверное, только так могу сказать. Есть что добавить? Только развести руками, да, там. И не, всех... вы можете еще, говорит, включать нашу музыку у себя в машине громко. Чтобы слышали все. Чтобы слышали все. На квартире, чтобы слышали вообще все. На квартире не надо. Окей, вопрос нетривиальный. Расскажите о себе. Я уверен, что многим интересно. Ваша работа. Хобби, помимо музыки, ваши любимые книги, фильмы, музыкальные группы, англоязычные, русскоязычные. Спасибо. Чат Вайсман спрашивает нас. Какие у тебя любимые музыкальные группы? The Beatles, Rolling Stones. Алексей, у вас какие? А у меня их очень много. А они очень разнообразные. От неоклассики до какого-нибудь грайнкора и блэк-металла. У Сергея? У меня, и можно перечислять еще на 3 часа подкаста, групп, книг и так далее. Я могу рассказать, например, чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь, чтобы разбавить. Это вы, это ребята как на группы перешли, да? Я могу сказать, что я, например, занимаюсь олимпийским спортивным фехтованием, рисую, гуляю, вот, как бы занимаюсь музыкой. Каждый день 2 часа занимаюсь за инструментом, либо за одним, либо за другим сейчас. Вот, поэтому жизнь ведем насыщенно. Я просто к чему перевел все это в историю музыки. Вот представьте на секундочку, что вот такие 3 разных человека пытаются вместе сделать что-то. Вот вы представляете, да, The Beatles и Rolling Stones вместе с Black Metal и Grindcore, да? Сверху добавим, я знаю, что Сергею нравится Muse, например, да? Повернем это Muse'ом, ну, ребят, добавьте, что еще добавить? Ну, добавим, не знаю, Аллу Пугачеву, Малеженко и Газманова. Вообще, а вот, вот теперь как бы еще вопрос, от которого все равно не отвертеться никак. Он скорее уточняющий предыдущего. И еще вопрос, вот, спрашивает Алексей Кочетков. Какие группы повлияли на вас сильнее всего? Вот здесь давайте попробуем там уложиться, не знаю, там в 5-6 хотя бы. Денис, ну помимо The Beatles и Rolling Stones. А это были, так скажем, курками, которые меня кинули, так скажем, заниматься музыкой, сподвигли в раннем возрасте. То есть совсем в раннем возрасте это было из-под палки, когда тебя в детском саду заставляют идти в музыкальную школу. Вот, а ты, тебе очень хочется гулять вместо того, чтобы... А потом, когда ты становишься взрослее, тебе хочется, чтобы на тебя девочки смотрели. А чтобы на тебя девочки смотрели, надо чем-то выпендриться. Вот. Раз я, говорит, не очень был, говорится, физически активным мальчиком, но можно было вот выпендриться пением песен. Вот. Поэтому, говорится, вот движение в части развития музыки, говорю, курок был, может, дан потому, что у меня, говорится, отец слушал эти вещи. Вот. А дальше я слушаю музыку, вы даже не поверите, мне музыка именно нравится, песни, тексты, мне нравится, я слушаю музыку все равно.
Я иногда даже редко, может быть, потому что у меня так мозги сложно, что я не запоминаю стихи хорошо, у меня вот, ну, не дается мне это. То есть для меня текст запомнить — это большая проблема. Я по бумажке буду читать, это вот 100%. Вот. А музыкальные фразы, они в голове крутятся и сочиняются мне. Не то, что легко, но иногда прям слышишь, вот я хочу здесь такой аккорд. Там. Я, говорится, не особо, говорится, погружался в вещи, но там ребятам иногда чуть-чуть подсказывают. То есть мне хочется вот здесь вот. И они иногда соглашаются. Вот Денис прям дело говорит, он действительно дышит и слышит музыку. Потому что, вот, к примеру, когда мы записываем партию баса для какой-нибудь композиции, очень многие музыканты вообще, когда записывается любой музыкальный инструмент, ты им говоришь: давай, теперь нужен соляк. Не дам соврать, что во время там различных мероприятий ты подходишь к человеку: теперь сыграй соло. И человек: играть-то? А что как? На ноты дай. Вот. Денис Леонидович, соляк, сейчас будет. Леш, давай все-таки вернемся к вопросу. Понятно. Хорошо. Какие группы на тебя повлияли? Так и хочется сказать, да, какой-нибудь Галиматью, типа Лесоповала, Бутырка и так далее. Нет, давай, мы обещали отвечать честно, откровенно, поэтому если тебе Таня Буланова нравится, давай уж все... А Таня Буланова не группа, к сожалению. Ну, я думаю, что группа слэш-исполнители все-таки. Я понимаю, да, смотрите, у меня путь был, ну, тернистым, да, потому что я не сразу пришел к тяжелой музыке. Начинался он с группы «Браво». Совершенно так нестандартно, легкий, такой, совершенно приятная музыка. Легкая, ненапряжная, очень такая душевная. Оттуда перетекла она в парк Горького, оттуда перетекло уже в Iron Maiden, который для меня просто открыл новый мир. Я был просто в шоке от услышанного, и после этого я начинал идти глубже вот в этот самый мрачный лес тяжелой музыки. Сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, что мне и в нем достаточно тесновато. Я очень много слушаю музыки другой. Это современная неоклассическая музыка, просто пианино. Ты просто наслаждаешься этим. Ты уходишь, например, слушать какой-то легкий джаз. Например, послушать какой-нибудь блюз-джаз 20-30-х годов. Это просто невероятно классно. Ты уходишь в какие-то совершенно простые вещи, как, например, Сезари Эвара. Это совершенно нетипичные вещи для металла, но ты прекрасно понимаешь, что как бы для своего внутреннего кругозора музыкального зажиматься в какой-то определенный жанр нельзя. Ты прям срываешь у меня с языка, потому что я главный, наверное, апологет того, что не надо зажиматься в музыкальный жанр. Если, как я тоже могу, там, как табор уходит в небо до бесконечности, говорить, кто на меня повлиял, ну, я постараюсь там максимально сказать, наверное, самые знаковые команды. Ну, конечно, это группа Queen и альбом «Ночь в опере», по-моему, 75-го года, если мне память не изменяет. Это для меня как бы the best, которого еще никто не смог достичь по звучанию. Такое современное звучание со времен 75-го года. Вот, а мы уже в 2023-м, ну, это на тех мощностях, давай скажем так, на которых они это делали, это запредельно. Это, конечно, если говорить про западные группы, это там и Depeche Mode, да, и там тот же самый Muse попозже, и Prodigy, как вообще отвязный рейв, вот, и много-много всего. Конечно, группа А-ха. Вот, абсолютно, как вот ты уже заметил, совершенно разные стилевые какие-то вещи. Вот, самый первый, как бы, один из самых первых таких исполнителей, это, конечно, Элвис Пресли. У меня связана интересная история, что у меня, когда я был совсем маленький, папа привез настоящий соневский Walkman из-за границы. И первая кассета, на которой я слушал, это был Элвис Пресли. Вот какой The Best of the Best, условно говоря. Если говорить про российские, здесь все гораздо проще. Это тут скорее там и группы, и слэш-личности. Самое главное, это, наверное, Александр Николаевич Вертинский. Я про это тоже часто говорил, оказал просто неизгладимое впечатление вообще на меня. Это там группа «Аукцион», вот, это Агата Кристи, вот, это такой вот наш рокерский нью-вейв типа «Мумитролля», много-много всего. Вот, слушайте разную музыку, и тоже призываю. Везде найдете что-то свое. Это прям эволюционно можно очень интересно выстроить. Ну, условно, не ограничивайте себя, да, в своих музыкальных предпочтениях. И не смотрите на постановку. Окей, давайте дальше. Еще вопрос. Как вы все успеваете? Основная работа, семья. У вас же нет спонсоров. Все на свои деньги. Саша Карачун спрашивает. Такой прям? У вас из финансовой академии? Из налоговой полиции, которой уже нет. Мне кажется, уже отчасти ответили на этот вопрос, чтобы не растекаться. Ну, успеваем, как успеваем. И да, для нас музыка иногда, порой, это действительно вторая работа, которую мы делаем активно. Ну, вот как? Не знаю.
не ругайте нас, мы действительно пишем медленно. Мы всегда говорили, что мы не самая быстрая группа. Мы не можем выпускать альбомы каждый год. Да, мы не можем в 8 утра прийти на работу, начать писать альбом и до 10 вечера поговорить. Так, так, вы меня сейчас провоцируете, я сейчас начну говорить про тяжелую музыку как индустрию, и мы со всеми поссоримся, поэтому давайте не будем затрагивать. А, следующий вопрос давайте. Что помогает восполнить вот это интересное, творческие силы в тот промежуток времени, когда уже издан альбом, а работа над новым не началась? Людмила Куликова спрашивает. Хороший вопрос. Вот честно, Людмила, вопрос немножечко такой, двоякий, да? С одной стороны, самое большое эмоциональное выгорание происходит не после того, как альбом вышел, а где-то, когда ты уже его сдал на студию. Вот в этот момент у тебя желания слушать новую музыку нет совершенно никакого. Вот просто. Ты знаешь, что вышел любимый альбом твоей команды, ты знаешь, что какие-то вышли классные новые песни, которые всем нравятся, но ты не можешь это слушать, потому что в голове у тебя продолжает звучать тот собственный альбом, который ты записал. Поэтому вот какое-то время ты не можешь никаким образом воспринимать ноты. Абсолютно. В то же время вот выходит альбом, проходит какое-то время, и ты начинаешь уже дышать более свободно, ты начинаешь слушать новую музыку, наполняться какими-то новыми эмоциями, впечатлениями. Поэтому вот это выгорание, оно постепенно проходит, заполняется вот эти какие-то пустые места. Вот как у тебя? Слушай, у меня на самом деле примерно то же самое происходит. Самое главное, что мы всегда берем паузу после вот того, как мы что-то все сделали. Вот. Не занимаемся именно каким-то новым творчеством, начинаем действительно слушать какую-то новую музыку, что помогает, какие-то, наверное, увлечения. Вот. Как если... в мультике, так из уха ноты вытряхнули. Да-да-да-да-да. Вот Денис как бы в двух словах просто описал вот все, что мы Лешей тут пытались объяснить, там, не знаю, десятью. Нужен отдых. Вот честно, каждый... Перезагрузка. Да, нужна перезагрузка. Окей. Сильная перезагрузка. Давайте дальше. Приятно наблюдать за вашим творчеством. Спасибо большое. Спасибо. У вас однозначно талант. Какие у вас планы на будущее в масштабном плане? Ирина Брянская, да, прошу прощения. И давайте сразу следующий вопрос присовокупим. С кем бы еще хотели поработать? Елена Логинова спрашивает. Хотела бы узнать, будут ли приглашенные музыканты еще Елена Николаева. Я давайте попробую начать. Приглашенные музыканты, конечно, будут еще. Какие у нас планы, с кем бы мы хотели поработать? Вот лично... Я бы, наверное, не хотел бы отвечать на этот вопрос, давайте, потому что мы пока не знаем, не хочется загадывать. Зарекаться не да. Давайте, честно, давайте вот сейчас, когда мы выпустили этот альбом долгожданный, давайте не смотреть сейчас в будущее, давайте насладимся моментом. Потому что вот я как прям в воду углядел, потому что в личку получил в социальных сетях несколько вопросов. Да, альбом классный. Когда четвертый? Скоро, скоро. Ребята, нет. Да, нет. Вопрос просто скоро, в каком масштабе, в космическом или нет. Давайте отдохнем. Да, ребята, поймите еще раз, да, там вот это не для красного словца говорится. Поверьте, знаю по себе, когда ты пишешь какой-то новый материал, то, о чем говорит Алексей. Это вот я пытаюсь как-то подытожить это все. Вот лично я там в буквальном и в переносном смысле отрезаю кусок себя. И отдаю в конкретный трек часть себя, не знаю, часть своей души. Иногда ты сидишь и думаешь, а что будет, когда ты закончишься? Вот нечего будет отрезать. Не хочется смотреть вот в это вот какое-то прошлое-будущее, там какое-то вот, я не знаю, гипертрофированное, что вот будет или не будет, а сколько ты отрезал там, вот и так далее. Немного ли в прошлый раз отрезал? Да, да, немноговато-таки ли я отрезал, да. Вот поэтому какие-то такой такие... худой. Вот, вот, потому что, видите, надо больше, Денис Леонидович, надо больше отрезать себя. Вот, и вы не представляете, насколько просто ты эмоционально истощен, да, вот, после вот этих вот кругов творчества. И да, я понимаю, наверное, может быть, из глаз неподготовленного человека это выглядит так, что, ну это же всего, там, не знаю, 75 минут, это же всего 12 треков. Ребята, объективно, это больше месяца, ну вот если треки распределить вот на полтора года, что мы делали, этот альбом, это больше месяца на каждый трек, вот. Больше месяца жизни, откровенно. Это занимает все наше свободное время. Это вот
Представьте, Леша приходит с работы поздно, и вместо того, чтобы лечь спать или вкусный ужин съесть, он садится за компьютер. Да, вот. Править треки. Да, ну, дороги. Или вместо того, чтобы там, не знаю, пойти там, не знаю, чем-то позаниматься, я сажусь за тексты. Вот, и мы потом, а потом еще раз сажусь за тот же самый текст, потому что мы с Лешей занимаемся редактурой. Это сложный итерационный процесс. Вот, поймите, будущее в будущее смотрим с оптимизмом, как говорится. Очень хочется как бы... Но не заглядываем. Но не заглядываем. Вот, смотрите, ребята, у нас вопросы закончились. Ей. Вот, я предлагаю, ура, на самом деле, в таком супер быстром режиме, потому что мы уже очень долгое время общаемся, сейчас затронуть тему нашего альбома, угу, в разрезе даже тех вопросов, которые нам задавали, серии там смыслов, о чем это, и так далее. Вот. И самое главное, надо не ступать, наверное, на тонкий лед и говорить, что это вот только про это. Угу. Это я призываю как дисклеймер, да, там. А все-таки дать свободу вот этого какого-то полета и мышления нашим слушателям. Но как бы определенные рамки все-таки задать, что называется. Альбом у нас начинается с композиции «Ноктюрн». Что для тебя, Леша, «Ноктюрн»? Что он тобой символизирует? Потому что мне, например, достаточно сложно сказать, хоть вот «Ноктюрн» как композитор создали мы втроем, по сути дела. Увертюра. Да, это некая такая увертюра, предвосхищение. Мне достаточно сложно сказать, что он для меня символизирует. Вот что он для тебя символизирует, Леш? Я не ищу здесь какого-то символизма. Ты знаешь, для меня вообще было достаточно странно, что мы решили с тобой вновь начать альбом с какой-то инструментальной композиции. Потому что первый альбом сразу с места в карьер рвал боевиком. Второй — это красивая, эпичная композиция, на пол преисполненная мраком. Замечательно. Здесь, ну, действительно, наверное, «Ноктюрн» нам задает какой-то тон, да, вообще всего нашего повествования на альбоме. То есть уже здесь какая-то прослеживается, какая-то печаль, да, какая-то легкая льющаяся мелодия, которая тебя настраивает на какое-то общее настроение для восприятия альбома. То есть это не просто как композиция, а как некая такая, знаешь, первая ступенька, да. Предвкушение. Как некое, да, как некое перед погружением в темноту. Мне кажется, ты знаешь, здесь еще очень важно, у нас вот был такой в наших промо-материалах, назовем это так, некий такой театральный аспект. Да. Вот там есть такой налет небольшой театральности, такого именно предвосхищения некого действия, которое пойдет дальше. Вот, потому что она, с одной стороны, мелодичная, с другой там есть такие очень ритмичные, галопирующие рисунки, интересный ход с арфой. Вот, она такая одновременно и полетная, и заставляет задуматься. Я, наверное, соглашусь, что она больше формирует такое настроение. При этом обратим внимание такой, знаешь, момент, что вот, казалось бы, сама композиция идет сколько? 2 минуты с копейками, да? Да. А для ее записи сколько нам потребовалось? Это невероятно, это было просто что-то с чем-то, потому что в какой-то момент мы поняли, что песня звучит необъемно, ей не хватает чего-то. Виолончель, хорошо, попробовали найти виолончель. Все это на самом деле кажется просто, ведь в понимании слушателя или человека неангажированного, найти виолончель, да господи, сколько их виолончелистов, сейчас там за забором очереди стоят. Нет. Вам нужно найти не просто виолончель, ну, это, во-первых, не просто, а вам нужно найти ту самую виолончель, с которой у вас получится нужная химия, с которой будет понимать, что вы от нее хотите, и давать даже больше. Окей, мы нашли виолончель. Потом мы начали так, хорошо, этой песне не хватает скрипки, композиции. Сколько мы искали скрипку? А про арфу? Поэтому, в принципе, чудесный трек, хорошее начало. Да, начало задает тон, и потом начинается композиция «Архитектор судеб». Частично уже затронули, собственно, это по вселенной Вархаммер. Давайте скажем так, в антураже вселенной Вархаммер происходит трек. Основная тема, которая там затрагивается в первую очередь, это такая тема первородного греха, поиска знаний, да, за которым непосредственно следует последствия. Последствия. Вот, за каждым действием следует последствия. Там поет прекрасная Дарья Бурлюкова, она играет такого демона-соблазнителя, искусителя, да. Если как бы свести это все к чему-то такому банальному, то это такая история, по сути дела, Магнуса Красного. Вот, там даже есть отсылка со словом «тысяча» для самых внимательных, это как спойлер. Вот, и «тысяча сынов», соответственно. Вот. А так, в принципе, если от этой тематики именно абстрагироваться, да, это тема поиска таких вот сакральных тайных знаний и платы за эти знания. Ну, то есть, если вы любите Вархаммер, эта песенка будет у вас про Вархаммер. А если вам вы далеки от этого всего, то здесь у вас первородный грех, искушение,
Все поиск тайных знаний. Все нейтрально и прекрасно. Да, да. Следующая композиция, которая перетекает, мы намеренно, наверное, не будем вот постоянно вот именно так размусоливать все до крупинки и так далее. Оставляя композицию «Маскарад». Композицию исполнил у нас прекраснейший наш дорогой друг, которого мы знаем много-много лет, Евгений Егоров. Композиция «Маскарад», она такая, с одной стороны, праздничная, а с другой стороны, такая композиция с двойным дном небольшим, потому что для кого-то, опять-таки, это песня про любовь. Неразделенная. Неразделенная. Вот. Классическая наша. Для кого-то это песня про некую такую похоть, давайте назовем это так, про некую такую страсть животную, потому что человек видит даму на маскараде, и что-то, какая-то искра, да, как она пелась, в нем горит, пламя страсти некой такой животной в нем возникает. Это в маске. Да, и это для меня это такой некий персонаж Дон Жуан из «Маленьких трагедий» Пушкина, знаете, как когда он видит Донну Анну и говорит, я видел только ножку, воображение вам дорисует остальное. Вот, и здесь вот то же самое, что человек вот это мучится каким-то желанием, неким таким вот первобытным, первоестественным, который его гложет, не получает того, что он хочет, и от этого испытывает определенные страдания. Вот. Для меня это вот такая как бы история в большей степени. Для меня это история музыкальная. Музыкальная история, когда ты берешь и умышленно ломаешь вообще все правила. Формально ты играешь тяжелый металл, и внезапно у тебя появляется аргентинская танго. Здравствуйте. Да, по поводу... Это фрагмент, который принес Сергей. Это прям вот ему очень нравятся вот такие вот латиноамериканские мотивы. Да. И я, честно говоря, сначала был очень скептически настроен, потому что... Ну, как-то странно, да, как-то, ну, вообще прям разрывает шаблоны, фрагмент совершенно непонятный. Вы опять нас будут за это ругать, говорит, играете вот. Ломаные, говорит, точно. И тут внезапно приходит аккордеон, всех так разгоняет в разные стороны, говорит, и все танцуют. Сейчас все будет, ребята. И все танцуют. И танцуют. А на выходе я честно признаю, что я был неправ, да, это очень классный фрагмент, который прям задает настроение песни прям радикально. Ну, и Женя классно спарился, просто шикарно исполнил. Партии вот у нас, нашего, кстати, Дон Жуана. Да, у нас уже, кстати, это вторая история, потому что первая история — это когда я принес латиноамериканскую гитару в «Золото и кровь», собственно, композицию, тоже как бы вызывала вопросы. Дай бог не последний раз в маскараде мы так экспериментируем. Да, и Жене, конечно, большое спасибо. Следующая композиция — «Алхимик», и альбом для меня лично вообще, в принципе, немножко абстрагируюсь, супер динамический получился. Он какой-то у нас галопирующий такой, много таких скоростных треков. Энергично. Да, мне кажется, у нас никогда такого не было. И вот как бы вроде «Маскарад» заканчивается, начинается «Алхимик». О чем «Алхимик», Леш? Ну, это классическая наша с тобой полуфольковая история, за которую нас часто обвиняли в том, что мы являемся с тобой идеологическими последователями одной известной, но и несуществующей рок-группы. К сожалению, большому. К сожалению, да. Мы любим вот подобные тексты, тексты истории, да, да, в которых есть завязка, есть какая-то там история, история, сюжет. История, потом, совершенно верно, да, потом какой-то апогей и развязка. Вот это такая типичная история, она очень лично напоминает по направлению «Кому суждено», да, с предыдущего альбома. Да. То есть у нас такая вот прям классная, веселая история, где здесь, ну, она чуть-чуть менее, скажем, глубокая, чем все остальные, но она очень интересная, она очень классная, в которой персонажи раскрываются очень ярко. И в частности, Дима раскрылся здесь действительно с очень интересной стороны. Что до «Алхимика», там есть вот такие, знаете, моменты, фрагменты, которые мне давались тяжело. Там в какой-то момент появляется, вот как ты сказал, мелодет-гитара такая, да, значит, флеймсовский ломаный ритм появляется. И вот с ним мы боролись, если помнишь, очень долго. Да, боролись. Была, очень долго, была борьба. Потому что... очень вплоть сложно... до того, что они убрать ли это. Да, совершенно верно, потому что мы гадали и не могли туда как-то инкорпорировать симфонические инструменты. Потому что, извините, где мелодет, где симфоника. Ну, тяжеловато. Но получилось... То, что получилось, говорит. Спасибо, капитан. Спасибо, Денис. Как что бы мы без тебя делали? На самом деле, «Алхимик» действительно, это песня в стилистике такой страшной сказки. А более того, если говорить про какую-то историю, вы будете удивлены, что легло в основу. Мы изначально хотели написать песню, по-моему, про историю, которая в начале 20 века произошла в Венгрии, если мне память не знает, либо в Чехии.
Вот, могу путь. По-моему, все-таки в Венгрии. Про деревню, где женщины травили своих мужей. Вот. Ох, там еще и больше. Кто бы мог подумать, что эта идея натолкнет нас на песню «Алхимик». Вот. Песня, в принципе, о такой вот жадности, в принципе, да, там, и о том, к чему она влечет. Это такая и жадность к жизни. Да, там. И Дима здесь именно отыгрывает такого, в хорошем смысле, как уже я говорил, опереточного злодея. Он такой вот именно опереточный. Там есть, если в текст внимательно почитать, там есть упрощение слов, какие-то повторения. Но это сделано не просто потому, что вот у нас фантазия кончилась, а потому что Дима где-то в середине песни, его персонаж, вернее, он перед таким вот главным героем, да, там, начальным, он заискивает, по сути дела, он постоянно говорит «для вас, вам, вам», вот, лебезит. Как бы создается такой, да, лебезит, правильно, вот, и скрывая перед этим свою какую-то истинную сущность, вот, которая потом раскрывается в самом конце. Вот, мне кажется, история получилась такая очень интересная, но вот именно в качестве веселого факта, от чего мы оттолкнулись здесь, да. Очень необычно там, да, где, а всем это, рекомендую эту историю почитать, вот мне ее рекомендовал, по-моему, Леша в свое время, я почитал с большим интересом, не поверил бы, что такое существовало на самом деле. Причем название «Алхимик» появилось еще, знаешь, где-то в серединке, да, когда еще самого понятия вообще не было. Да. О, следующий трек, как, мой фаворит, называется «Бесконечность без тебя». О чем этот трек? Видел квинтэссенцию всяких комментариев, что писали, что это там трек про смерть и так далее. Этот трек не про смерть, на самом деле. 100% этот трек не про смерть, говорю как автор текста. Этот трек про расставание. Про расставание и про внутренние переживания человека, который переживает эти расставания. Для кого-то, возможно, там, расставание — это сродни смерти в какой-то момент. Это трек про отчаяние, в которое mm-hmm. человек погружается, не может найти выход ни в настоящем, ни в будущем, и увлекает только его прошлое. Вот. Но прошлое все-таки имеет такую тенденцию, как в конце, да, такой гаснуть, гаснуть, гаснуть. И очень важно здесь каждому понять самому для себя, а с чем ты остаешься? Ты либо останешься с этим неким призраком такого прошлого, либо все-таки продолжишь какую-то свою жизнь. Здесь такой открытый финал. Я, наверное, скажу даже больше. У нас вообще ни на одном из наших альбомов мы никогда ничего не разделяем на черное и белое. Вот. У нас нет вот такой, у нас везде некая такая серая мораль. Вот ты знаешь, не хочу слово серое, да? Серое — это какая-то безликая, да? А у нас непонятная такая, знаешь, неоднозначная. Давай скажем так, хорошо. Зеброобразная. Если ты не любишь там вот этот термин про серую мораль, скажем так, все не так однозначно, как кажется. Хорошо. Иногда приходится, да, там вот как меньшее зло выбирать, да, там между плохим и очень плохим. Иногда ты не знаешь, да, там, как поступить, все очень многослойно. Вот. И здесь, вот, наверное, может быть, отчасти благодаря этому и рождается разное понимание у слушателей разных треков. Но вот «Бесконечность», если глобально говорить о ней, вот про то, что я сказал. Слушай, мне кажется, сказал достаточно, можно идти дальше. Дальше замечательный трек «Воздаяние». Это тоже веселая история, по-моему. Вообще шикарно. С «Бандиткой Лисичкой», по-моему, сложился вообще какой-то сумасшедший дуэт. Замечательная, веселая тоже песенка с сюжетом. Чем-то она вот, знаете, вот как раз «Алхимик» и «Воздаяние», они чем-то вот мне очень как бы близки с точки зрения еще одной веселой мрачной сказки. Да. Причем, если вы проследите, то так или иначе персонаж Инны будет очень связан с тем персонажем, которого вы встречаете в «Архитекторе». Да. Только голос другой. Ну, это не важно. У архитектора, судя, может быть много голосов. Поэтому здесь, в принципе, если вы копнете чуть-чуть глубже и посмотрите как outside the box, то увидите, что там как бы что-то есть такое прям связывающее очень-очень близко вот эти две композиции. А так это, ну, прикольная, быстрая песня в нашей такой классической стилистике. Мрачной истории с неожиданно, но более-менее хорошим концом. Да, и здесь, как обычно, есть там тема определенных грехов. Вот. Я предлагаю слушателям догадаться самим, каких они там, несомненно, есть. Это, наверное, глобальная еще тема такого, я не знаю,
немножко такого из Достоевского, да, там, тварь ли я дрожащий или право имею, имеет ли человек право судить другого человека, да, и если да, то при каких обстоятельствах, да, там, и что должно произойти, да, там, чтобы доказать непосредственную виновность, не может ли быть это некое правосудие слепым, да, неким слепым орудием кого-то еще. Это если там раскладывать трек еще там ниже на какие-то двойные, тройные смыслы. Да, для кого-то действительно, как Леша уже сказал, это такая же немного залихватская, извините за такое вот выражение, такая страшная сказка, вот, с интересным концом, да? Таким даже, можно сказать, с хэппи-эндом. Редкий случай, когда вот, но, никто не выбирал. Как это? Но я был бы не я. Мы не знаем, что произошло с подгероем потом. Как и мы не знаем в прошлый раз, что стало с Патриком. Ой, наш легендарный Патрик, путешественник. Вот. А дальше у нас идет композиция «В зеркалах», вот, которую прекрасно исполнил Георгий Серышев. Он там аж целые две песни, две партии, прошу прощения, две исполнил в одной песне. Это такой трек про гордыню, про человека, который вот всю жизнь идет по головам, по сути дела, проживает эту жизнь так, как хочется ему, не обращая внимания ни на кого, и в конце концов приходит к некому, в том числе внутреннему одиночеству. Ну, закономерному концу. Вот. Когда он смотрит и понимает, что вокруг ничего нет. Только зеркала. Никого нет. И в зеркалах никого нет. И даже как бы вопрос в другом, да, там, нравится ли ему это отражение. Знаете, это здесь, наверное, кто-то может сказать, что эта песня может быть даже неким таким противопоставлением, но такой, знаете, есть же стандартный шаблон в тяжелой музыке про такой геройский герой, который там едет на боевом коне, всех побеждает и так далее. А это такая обратная сторона вот этого, наверное, геройского геройства, потому что кто такой герой? Иногда герой — это тот человек, который пытается поставить себя выше других, сказать «только я». Вот. Хорошо ли это? Мы не знаем. Мы отдаем это на суд слушателя. Идем дальше. А следующая песня тоже, кстати, одна из моих любимых. Это «Deus Valor». Песня с миллионами смыслов, на самом деле. С очень сложной судьбой. С очень сложной судьбой, но хорошая. Вот что, наверное, Леша, «Deus Valor» для тебя? Это, возможно, при иных обстоятельствах самая сильная песня на альбоме с огромным преимуществом. Вот. Честно, с точки зрения того, как вот она могла оказаться, это вот прям такой космический лично, вот в моем понимании, уровень, что прям слов нет. Получилось несколько слабее, нежели я ожидал, но в целом это классный трек, на который все равно обращают внимание. И очень такое приятно слышать положительные отклики. Потому что в целом большинство слушателей, которые не знакомы с нашим проектом, они первым делом обращают внимание на какие-то треки, где есть уже знакомые им фигуры. Мы прекрасно понимаем, приглашая того или иного исполнителя, что, скорее всего, ну вот он немножечко потянет одеяло на себя и немножечко в свете софитов будет ему уделено внимание. А тут гостей нет, поем мы с тобой. И тем приятнее, что фидбэк, обратная связь от этой песни была очень позитивная, потому что песня очень сложная, очень длинная, с невероятным развитием и хорошим посылом, на мой взгляд. Да, я с тобой соглашусь. Ну, единственное, я не соглашусь, как было бы странно, если бы я полностью согласился с тобой в том, что там что-то в песне не удалось. Мне кажется, песня, ну, на мой опять-таки взгляд, очень хорошо получилась. Вот, она была очень тяжелая, потому что больше никаких дуэтов, короче, с тобой не будет. Шутка, не знаем, будут или нет. Вот, ну, просто да, опять-таки, потому что мы по-разному видим материалы, это все совместить вот в два голоса тяжело. О чем песня? Каждый пусть, на самом деле, сам поймет, о чем. Для кого-то эта песня про крестоносцев, про крестовые походы. Всем советую почитать вообще про эту тему очень глубоко, потому что религиозного подтекста в реальных крестовых походах было очень мало. Была там политическая амбиция со стороны папы Урбана, была политическая амбиция со стороны Готфрида Бульонского, Византия там хотела отвоевать
обратно те земли, которые они потеряли. Везде было предательство, кровь, фанатизм, грабеж, ничего святого на самом деле. Вот. Кто-то увидит это, кто-то увидит интересную такую, не знаю, боевую историю про рыцарей, которые сходят постепенно с ума, откровенно говоря. Кто-то, возможно, увидит там аллюзию на какие-то там события не таких минувших дней, назовем это так. Кто-то увидит какой-то религиозный фанатизм, кто-то, да, здесь? Да, кто-то увидит религиозный фанатизм. Для кого-то это будет, возможно, опять-таки, антиклерикальная песня, хотя она такой не является. Не является. Вот, потому что здесь все-таки момент такой именно выбора, да, то есть человек всегда либо может остаться человеком, либо может упасть до состояния животного. Вот, и не всегда, как бы, да, этот выбор очевиден, опять-таки. Но опять хочется сказать, что каждый пусть увидит в этой песне что-то свое. И я там, как и в любом треке, хочу сказать, посмотрите повнимательнее, чуть-чуть. Посмотрите, есть много отсылок. Если вас это захватит, вы, возможно, вот погрузитесь в тему крестовых походов и скажете, блин, а там же вот это круче, чем «Игра престолов». Вот, откровенно. А, следующий трек. Давайте дальше. Следующий трек «Навстречу ветру», который исполнил Олег Жиляков. Трек, на самом деле, когда мы его писали, мы уже с Лешей практически сразу поняли, что это будет трек для Олега. Вот. Это вот тот неловкий момент, который, исключение, которое подтверждает правило, когда мы вот внезапно на момент написания вдруг понимаем, что вот хотелось бы здесь еще раз посотрудничать с Олегом. Трек, в моем понимании, да, там, это трек про, по сути дела, зависть и лень. Это трек про человека, который смотрит в окно и говорит, как там классно, как там здорово. Вот я бы с таким удовольствием босиком бы пробежался, там, не знаю, по росе, да, там, подставляя лучи солнца, но мне лень. Я всего боюсь, вдруг там все плохо. Вот для меня посыл в основном этой песни такой, совсем не героический. Там нет героизма, там такая есть, знаешь, легкая гоголевская маниловщина. Там есть, смотри, там есть легкая гоголевская маниловщина, раз, там есть немножечко лермонтовщины, потому что может он и не может вырваться из своей темницы, да, вот. Здесь вариативности очень много, но кажется, да, что как бы если у тебя есть возможность, основной посыл такой, нужно ее использовать. Ну, как бы, да, там, лучше сделать и жалеть, чем жалеть о несделанном. Вот, наверное, это больше как раз про все вот это. Окей, дальше песня, которая долгое время была твоим фаворитом. Да, она мне очень нравится. Которая сложная, для многих непонятная и для многих непонятая, а кого-то она отторгнула, скажем так, тем, что она длинная. Это самая наша длинная песня за всю нашу историю. Композиция «Лабиринт». А она должна была быть длиннее. Все очень просто. Песенка... Там слушатели все такие, фух, как хорошо, что сделали так, как сделали. Да, песню мы написали давным-давно. Она должна была попасть сначала на «Ауру», но мы просто не успевали ее сделать. Потом мы отложили ее с каким-то пониманием, что, возможно, какой-то мы сингл выпустим, да, с этой песней. А потом, когда мы начали работу над новым альбомом, мы просто поняли, что она скучная в текущей редакции, медленная. Которая была, текучая. Да. Да-да-да. Она была со скоростью 80 ударов, да, мы ее разогнали до 120, и совершенно стала другая песня. Песня резко ускорилась, вот эта в ней тягучесть сохранилась, но скучность ушла полностью. Песня стала очень с большим-большим-большим-большим развитием. И записанный там хор лично для меня это просто украшение. А сама мелодия припева, вот у меня очень долго, уже все, вы сдали материал на студию, и тем не менее вот этот припев у меня продолжал играть в голове. Песня классная, мне было жаль отдавать ее Сергею. Это вот наша рубрика, да, как я про бесконечность без тебя говорю. Уж было жаль отдавать Евгению Колчину, а Леше было жаль отдавать «Лабиринт». Вот. А про что трек-то? Трек, на самом деле, про вот какой-то внутренний лабиринт, все, что у нас в голове. А, если поискать вот этого героя, найдите еще один лабиринт у нас на альбоме, попробуйте все это совместить.
будет интересно, поверьте, картинка сразу по-другому сложится. Да, это про какие-то внутренние переживания, внутренние тупики, тоже на каком-то грани такое отчаяние, поиска постоянного, возможно, где-то непонимание, да, и попытки вырваться из последних сил. Вот, это такое, знаете, возможно, это где-то даже такой наследник одноименного трека «Интенебрис». Да, может быть, кстати. Вот, это вот какое-то такое пограничное состояние некого психоза, скажем так, немножко медицинский, давайте как бы терминологию добавим. Вот какой-то, если «Интенебрис» как трек именно, он был прям совсем от такой вот боязни темноты, да, на грани сумасшествия, то здесь как бы такое немножко другое расстройство, но тоже присутствует, скажем так, вот такая рефлексия. Об расстройстве. Это, да, но это такая глубочайшая рефлексия, которая вот тебя постоянно начинает уже поедать, она тебе не приносит ничего. Это вот какой-то поиск вот этого выхода, вот может он и есть, но он где-то сзади, а ты вот все куда-то глубже и глубже уходишь. Ну, поэтому лабиринт. Вот, да, поэтому послушайте внимательно, есть отсылки, интересно. И для меня, во всяком случае, удивительно, первое, что трек слушается на одном дыхании внезапно, несмотря на длину. Ну, то есть там нет такого, что очень скучно. И трек вокально очень сложный, несмотря там на ни на что. Кажется, что все там просто спето. Вокально очень сложный трек для меня, во всяком случае. Мол, надеюсь, незаметно. Дальше у нас такой вот идет композиция, нетипичная, короткая, добрая, «Серая валь». Это был твой эксперимент, это ты рассказывай. Да, мы на самом деле с Лешей буквально поспорили. Угу. Что, а сможем? Да, сможем ли мы записать короткий трек? Смогли. Вот, более того, даже смогли привлечь туда Елену Бахтиярову, Александра Грановского, внезапно. Вот, это все записать, сделать это не с миллионом инструментов, а очень компактно, очень такое легкое и полетное. Самое важное, что это очень знаковая песня для альбома. Почему? Потому что, вот знаете, мы вот нагнетаем вот это какие-то героев с непонятной моралью, вот эти какие-то грехи, что-то вот это вот животное в них проскальзывает постоянно, где-то какие-то изъяны, нету положительных героев полностью, нету отрицательных. А эта песня о надежде. Это вот, знаете, как вот, да, если проводить аналогию, вот есть какая-то шкатулка Пандоры, да, и в ней-то осталась надежда, в конце концов. Это такая надежда, это немножко с христианскими отсылками, там они есть, да. Там есть такие нотки Бориса Пастернака, да, вот с Гефсиманским садом, с Мариной Магдалиной, да, вот что-то такое, вот какое-то ожидание, какого-то пожертвования. Она очень светлая, она на альбоме-то очень отличается, давайте скажем честно, что-то вот внезапно что-то такое мрачное, а перед этим еще такой вот немножечко, извините за мой французский, шизофренический лабиринт перед ней, и тут светлое пятно возникает, как такой вот луч рассвета. Выдохнули, говорит. Да, внезапно. Слушай, и заканчиваем мы хорошей закрывашкой. Хорошей закрывашкой. Да. Мы заканчиваем треком «Море цветов». Это композиция нашего друга большого, да, Кустягеева. Да. Вот, спасибо ему большое. Она серьезно переработана. Она сделана в таком неоклассицизме в стиле Ингви Мальмстена. Это фантазия Романа Гурьева. Наш пятый Битл просто к нам обратился. Говорит, ребят, песня, композиция очень классная, прикольная. Ну дайте, слушайте, ну развяжите руки демона, да, дайте я хотя бы. Мы развязали. Мы развязали. Роман Металлович оторвался просто вот во что гораст. И поэтому здесь это прям, ну чуть ли не его бенефис. Да, и мы на самом деле еще не просто так добавили слово «воскресенье» в скобочках «Море цветов». Это вот такое, во-первых, для нас нетипично закрывать инструменталом альбом. Это первое, это такой как эксперимент. Во-вторых, там звучат вот это продолжение вот этой какой-то темы серой вуали, вот это вот какое-то вот именно воскресение, прощение грехов, новой жизни, какого-то такого расцвета. Она очень полетная получилась вот за счет неоклассики. Большой Роме за это спасибо. Вот, что надежда есть, да, то есть вот как бы симфония этих грехов, она заканчивается,
Вот, и начинается что-то новое, какой-то новый рассвет, да, новая жизнь, прощение грехов, очищение. Получилось очень здорово. И самое, наверное, вот опять возвращусь к тому, о чем уже говорил, что вот, вот можно треки слушать по отдельности. Они все целостные. Абсолютно все целостные. Там не обязательно как бы, да, там послушать один трек, и обязательно там третий какой-нибудь или десятый. Вот. Но если вы слушаете альбом по порядку, вот вы уловите вот этот вот момент такого вот какого-то рассвета и ухода куда-то вверх. Ты, кстати, находишь какое-то общее что-то между «Ноктюрном» и «Морем цветов»? Да, нахожу, конечно. Там ну, очень это... близкие по смыслу такие две композиции, по такому, знаешь, на одно настроение «Ноктюрна» и совершенно другое «Морем цветов». Да, ну это такая небольшая цикличность, да, у нас какой-то возникает. Какой-то наследный такой получился. Вот, поэтому, если коротко, то так. Можно, конечно, защитить диссертацию по поводу тем наших песен, но не стоит. Самое главное, нету истины в последней инстанции, ищите что-то свое. Нам очень интересно, на самом деле, когда вы пишете свое мнение, что вы что-то находите, и мы иногда так смотрим и говорим, а это интересно. Мы даже на какие-то свои треки смотрим под другим углом. Ребят, мы очень здорово сегодня пообщались, очень про многое рассказали. И, наверное, под конец нашего такого уже долгого подкаста, внезапно очень долгого, и, я надеюсь, очень информативного, наверное, стоит не забыть про всех тех людей, которые нам помогли на этом нашем пути. Большое спасибо всем и каждому. Вот никого не хочу перечислять, потому что кого-то упустим, кого-то обидим. Спасибо, без вас этот альбом был бы совершенно другим. И в то же время нельзя не поблагодарить тех неизвестных нам героев, ребят, девушек, которые слушают нашу музыку, которые пишут нам сообщества, а мы с радостью отвечаем на любые сообщения, даже самые провокационные. Поэтому мы всегда открыты для диалога, мы не коммерческий проект, мы самые обычные люди, мы не сознаемся мы. А зачем? Смысла зачем? Нет никакого в этом. Поэтому смело пишите нам. Мы всегда ответим, всегда с вами пообщаемся. Спасибо, что слушаете нас, что цените. Для нас ваша поддержка, как Сергей сказал, чрезвычайно важна. Да, для нас поддержка чрезвычайно важна. Самое главное, наверное, что сказал Леша, и под чем я подписываюсь, просто, не знаю, там, кровью, потом и всем остальным. У нас на этом альбоме, при таком огромном количестве участников, нету тех людей, которые мы хотели бы выдвинуть куда-то вперед, или задвинуть, или там еще что-то. Для нас все важны. Мы очень довольны результатом. Правда. Вот мы сами довольны результатом. Тем, что получилось. Получилось здорово. Получилось все органично. Никто не тянет на себя одеяло. Это заслуга огромного количества людей. Мы с таким количеством людей никогда еще не работали. Слава Богу, что мы справились. Слава Богу, что мы смогли предоставить хороший музыкальный материал этим людям, с которыми они работали, его обогащали. Спасибо всем, там, над текстами заморочились, над всем заморочились. Вот, постарались сделать максимально классно. Все проработали, что могли. Самое главное, наверное, к чему мы подходим вот сейчас, что нам не стыдно. Это да. Самое важное. Мы никому не хотим ничего доказывать. Никому не хотим там сказать, что вот там... Мы точно, наверное, не хотим вот говорить, что мы там хотим быть рок-звездами. Это глупость, это не цель. Наша основная цель — это творчески реализовывать себя, вот этот вот какой-то поиск и эксперимент. И если это кому-то нравится, это вдвойне приятно. У нас есть стимул как бы работать дальше. Ну и как правильно сказал Леша, от вас тоже мы ждем большой помощи. Не надо нам помогать там, рублями, едой, но вы действительно можете нам очень сильно помочь вашей активностью. Ну, Денис, а что скажешь ты? А я скажу, что все-таки, наверное... Рублем-то было бы лучше, да? Я про другое хотел сказать, что еще многие могут задавать, почему мы там творим. Ну, творите в основном вы, я так скажу. Вот. Это отдушина. Психологическое хобби. Как хотите называйте. Потому что если просто ходить на работу, вот я не знаю, кто-то там хобби есть, там, Мерседес старый ржавый купил и восстанавливает. Это у нас такое хобби.
Это позволяет переключать свои мозги с рабочих вопросов на душевные, духовные вопросы. Потому что когда просто ходишь как робот на работу, за это мозги начинают скрипеть. И опять же, огромное спасибо всем, кто поучаствовал в альбоме. Я сам, так скажем, не ожидал результата. Я прям обалдел от звука. Мне понравилось, что слышно бас. На самом деле, да, и помимо музыкантов, конечно, хочется всех поблагодарить, там, и звукорежиссеров, и авторов обложек, которые там наши безумные идеи облекли в то, что вы в итоге увидели, всех ребят, которые там помогают нам альбом продвигать. Спасибо им огромное, потому что действительно работа и проделана была огромная, и проводится еще огромная. Мы еще думаем, как вас удивить, придумываем какие-то активности. Но я надеюсь, что мы с Лешей скоро что-нибудь еще анонсируем, такое эткое. Мы, помнишь, Леша, с тобой обещали? Не, я ничего не обещал. Я вообще не в курсе, кто это человек. Так. Я его с ним не знаком. Да, с преступником Фунтиком я не знаком. Я не знаю, кто это. Вот. А всем вам действительно хочется сказать спасибо. Спасибо всем, кто досмотрел подкаст до конца. Мы вам очень благодарны. Слушайте хорошую музыку. Я от себя вам желаю любви. Самое главное — здоровья. Ребята пожелают что-нибудь свое. Каждый, я думаю, а может у нас да, это одинаково совпадет. Да. Берегите родных и близких. Вот. Всегда ваши. Гаснет свет.